Это что? Я видео записываю. На танке какой-нибудь. Чего? Я видео на танке записываю. Ее закуска. Я пойду туда, потому что там. Держать. Если что, вернуться на базу. Что хочешь? Зачем? Как я играю? Ты слышал, как ты разговариваешь? Колонки такие купил, спасибо большое. Ну сделай, я уже потише достаточно. Наушники хай, не запишу видео. Интересно то, что да. Нормально, конечно, мы. А, да это. Он просто это. Я когда к нему на доточный ходил, да? Это. Помнишь, я школу прогуливал ты еще, помнишь? Вот. Вот, я тогда с ним это. Я тогда не ходил, а он как раз новую тему объяснял. Я к нему прихожу и говорю, я не знаю, как делать. Он говорит, объяснение ты не дождешься. И я так ничего не понял. Он мне даже так и толком ничего не объяснил. Я у него так толком там просидел зря. А завтра, может, это, дополнительное будет, поэтому. Завтра, может, будет, поэтому. А завтра его, может быть, и не будет. Почему? Завтра она может сделать еще одну литературу дополнительную. Молодец, красавчик. Я видео как раз записываю. Я тебя буду
никогда не было. Каким местом его? Ты думаешь, потопили кого-то? Кстати, да. Вот этот Жириновский? Катя, красавчик просто. Был диалог Жириновский, Прохоров, Пугачева. Он ты выходишь, Таня, ты женишься каждые 5 минут. На Пугачева, блин. Ее так писал, так ее вот. Прохоров? Я заслуженный артист России. Такая ты есть-то, блин. На Пугачева, блин. Кто? Это посмотреть. Кто? Вот, блин. Жириновский, что ли? На работе сегодня стоит. Тем временем лидеры левой оппозиции в поездках по стране.